Авиалайнер «Хабаровск» сегодня совершил посадку в краевом центре. Воздушное судно, которое принадлежит авиакомпании «Россия», летает еще с 30 августа. Однако только сегодня «Боинг 747» осуществил первый полет по маршруту Москва-Хабаровск. Для удобства пассажиров лайнер «Хабаровск» оснащен системой доступа в интернет и мобильной связью. В двух палубах «Боинга» располагается 447 посадочных мест. У этого самолета на нижней палубе расположен эконом-класс, а на верхней палубе, вот где вы видите иллюминаторы, а там расположен бизнес-класс. Очень комфортно, нормально, все хорошо, полет и быстро. Ну, на Хабаровске не летала первый раз. Я даже не знала, что Хабаровск называется. Авиакомпания «Россия» – дочернее предприятие «Аэрофлота». В ее парке уже имеются воздушные суда, названные в честь городов. Первым лайнером стал самолет «Санкт-Петербург». Потом к нему добавились Москва, Владивосток, Ростов-на-Дону, Смоленск, Нижний Новгород, Сочи, Волгоград и другие. Это традиция нашей авиакомпании называть самолеты именами русских городов, российских городов. У нас сейчас много таких самолетов. Сейчас в парке авиакомпании «Россия» 31 «Аэробус» А320, 15 «Боингов» 737, 6 лайнеров «Боинг» 777 и 6 «Боингов» 747. С 30 сентября из Москвы в Хабаровск «Россия» выполнила 105 рейсов и перевезла около 50 тысяч пассажиров. Анастасия Пецон, Дмитрий Папуша, Хабаровская студия телевидения.